После завершения службы в советской армии я записался добровольцем на фронт, чтобы защитить нашу родину от оккупантов. Мы участвовали в боях за Зангилан, Губадлы, Агдам и Джабраил. На днях я побывал в освобожденном селе татар Зангиланского района, в котором я родился. Агрессоры не оставили там камня на камне. Асад Асадов, получивший почетное звание национального героя в 1991 году, мой двоюродный брат. Он был летчиком. Асад погиб 29 октября, за неделю до моей свадьбы. Он отдал свою жизнь за территориальную целостность Азербайджана. С 23 октября 1993 года армяне подвергали Зангилан обстрелам. К тому времени Зангилан уже 3 месяца находился в блокаде, так как соседние районы были уже захвачены. Армянские оккупанты, получавшие помощь извне, вынудили местное население покинуть свои дома и переправиться через реку Арас. Но азербайджанская армия воевала до последнего дня. 29 октября Зангилан был оккупирован. Это были очень тяжелые дни. Представьте такую картину. Молодые женщины, мужья которых сражались на фронте, переходили с детьми через Арас, тщетно пытаясь бороться с бурным течением. Вода уносила детей, а потом отчаянно кричащие матери тонули сами. Вот что пришлось пережить азербайджанскому народу из-за армянских оккупантов. В первую очередь хочу поблагодарить нашего верховного главнокомандующего. Невозможно передать словами те чувства, когда ты около 30 лет находишься вдали от места, где родился. Когда был захвачен Зангилан, мне было немногим больше 20 лет, а сегодня мне уже 50. Спустя день после того, как мы услышали новость об освобождении нашего района, мы, ветераны Карабахской войны, отправились в Зангилан, на нашу родную землю. Мы отпили воды из местных родников, полной грудью вдыхали воздух, которого нам не хватало почти 30 лет. Это поистине непередаваемое чувство.